Саша, откуда вы приехали? Дагестана. Из Дагестана, да? А давно здесь живете или? Ну, третий год. Третий год, да? Вы учитесь или работаете? Учитесь, да? А скажите, пожалуйста, а почему вот вы уехали из Дагестана? Там нет работы, там плохое образование или... Нет, просто своих бить не хотим. Своих бить, да, не хотите? Хотите бить местных? Да. Москвичей? Не москвичей. А кого? Тот, кто уебывается, да. А, понятно. Порядок наводить. Порядок наводить. Да. А... Тренироваться приехали, мы МА тренируемся, да? Ага. Так, а как к вам относятся местные населения? Бля, как к нам относятся? Бомбово относятся. Кто к нам плохо будет относиться? Русские хорошо относятся. Да, конечно. Хорошо. Повод давали, что ли, чтобы плохо относились. А вы как относитесь? Тоже так же, взаимно. А в Дагестане как? В Дагестане тоже так тоже же. Хорошо. Конечно. Это отлично. А, ребят, скажите, а вот вы, наверное, слышали про прошлогодние события 11 декабря, которые здесь происходили, когда молодые националисты собрались, выкрикивали лозунги России. В связи с чем это связано, как вы думаете? С чем этот национализм? Люди происходит? Сверху все это делают. Люди сверху, да, классные структуры. Конечно. А кто именно, если вы, может, знаете? Откуда я знаю, кто именно? Да? А как вот этому вот противостоять, как с этим бороться, вот, с национализмом, по-вашему? Как? Ну так, да, они же поборолись уже. Вот так же, да, побороться. По-другому, наверное, нельзя это вообще. Ну а со стороны кавказцев, может, какое-нибудь вызывающее поведение бывает? Не бывает ничего. Бывает, жалуются, что вот не бывает. К девушкам пристают. То есть, да, неуважительно относятся к русским девушкам. Повод дают, наверное, поэтому и пристают, да? Девушки повод дают. Ну, конечно, дают. Конечно. А кто без повода? На Кавказе нет такого, чтобы девушкам приставали, правильно? Почему у нас в Дагестане не подходит никому? У нас аккуратно все же цивилизовано. А здесь, получается, русские девушки, они сами... Конечно, само собой. Слишком распущенные. Но не все есть хорошие тоже культурные девочки, да? Это девушки...